Сегодня не наш день, и надо это признать. Если мы проиграли, и проиграли так, значит, мы играли плохо. Как бы ни складывалось, первый там или второй там удаление, не удаление, то есть очень важно сохранять, на мой взгляд, концентрацию. Очень важно, чтобы голова всегда думала. Холодная голова должна быть. В каких-то эпизодах у нас это не получилось. У нас, потому что если была целостность, то потом там определенные вещи в игре, то есть там это замены или же там смена позиций. То есть вот доли секунды, которые определяют, ты выключился, ты зазевался, и они определяют именно, ты выиграешь ты или проиграешь. И, конечно, когда мы забили голы 2-1 и все равно продолжали атаковать, но остались в меньшинстве. Да, мы рисковали, потому что хотели выиграть, хотели забить, несмотря на пропустили контратаку и там 3-1, мы все равно хотели в меньшинстве забить еще мяч. Мы были раскрыты, ряд игроков играли, там занимали позиции, но уже такие они вышли атакующие игроки. Но всегда это обидно, но что делать. Мы сегодня сыграли плохо и были слабее. Будем двигаться дальше. Здесь очень важно споткнуться, очень важно подняться.